Уважаемые краснодарчане и жители прилегающих городов и поселков, от имени городской администрации поздравляю вас с 6-й годовщиной образования Луганской Народной Республики. Этот праздник является символом единства, беззаветной преданности каждого из нас к родному краю. Наш путь становления не был простым, но важно, что все эти годы мы бережно хранили и приумножали свои лучшие традиции. За эти 6 лет наш народ справился с множеством тяжелых испытаний. И сегодня республика активно возрождается и продолжает развиваться. Главное наше богатство – это жители республики. Отзывчивые, талантливые, трудолюбивые. И руководство республики принимает все меры для развития социальной сферы, повышения благосостояния и культурного уровня населения, для создания комфортной жизни своих граждан. И пусть получается не все, но мы твердо верим в наше лучшее будущее и уверенно стоим на своем пути. Желаю республике процветания и мира, а всем ее гражданам здоровья и счастья, успешной реализации намеченных планов во имя дальнейшего развития нашего города и возрождения могущества всего Донбасса.